Всем доброго времени суток, друзья! Это Телегита, это значит, пришло время узнать, как провести время вместе с нашим каналом. Впереди захватывающая премьера сериала, картины для всех и каждого и интересные вечера. Что и когда посмотреть, сейчас расскажу я, Анна Троян. А теперь ваши будни будут захватывающими и насыщены событиями. Сериал «Хмуров» стартует на нашем канале. Он всегда славился своим умением вести дела. К нему все обращаются за помощью. Люди, которым тяжело раскрыть начатое дело, всегда прибегают к нему. Ведь он детективный консультант, а за его плечами огромное количество раскрытых преступлений. И можно смело сказать, что наш герой рожден для этого дела. За работой мудрого Хмурова следим с понедельника по пятницу в 14:00 и 20:45. Я вычислил контролера и организатора ограбления банка. Да? Да. И кто же это? Ренат Максимович. А это который в коляске? Да. Инвалид? Да. А в четверг вечером нас ждет встреча с последним героем. Криминальный боевик для всех, кто любит фильмы с острым сюжетом. Во время боя в горячей точке один из миротворцев спасает жизнь другому. Прошло порядка 20 лет. Андрей стал врачом, попал в неприятности, погиб от рук бандитов. Расследовать это дело так никто и не взялся. Однако однажды на пороге дома его супруги появляется Виктор. Тот самый солдат, которого спас Андрей. Поможет ли он найти преступников, узнаем 17 мая в 21:45. Это как в картах. Перебор. Понимаешь? Если это дело разом выплеснется. Понял? Ну а пятничный вечер мы проведем в прекрасной компании последней любви мистера Моргана. Пожилой профессор не может оправиться от потери жены. За годы жизни во Франции он так и не выучил язык. И вот в очередной раз он сталкивается с этим. Ему помогает молодая энергичная парижанка. Несмотря на внутреннюю закрытость и холодность, между молодой девушкой и пожилым профессором устанавливается очень тесная душевная связь. К чему она приведет, смотрим 18 мая в 21:45. Я всегда могу сказать, когда ты грустишь, потому что ты начинаешь хамить. А когда ты счастлива, от тебя просто исходит свет, даже от волос. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье 10:00 и 19:30. Майскую субботу ЛРТ перенесет нас в идеальный мир будущего. Фантастическая лента, посвященная, безусловно, достойна вашего внимания. Картина знакомит нас с главным героем, который живет на планете, где больше нет боли, страданий и насилия. Однако все это достигнуто большой ценой. У людей больше нет воспоминаний, а их эмоции полностью подавлены. Что же будет, когда парень узнает, каким на самом деле является их мир? Увидим 19 мая в 20:30. Откуда они знают, что Джонаса больше нет? Мы больше не должны произносить его имя. А я буду. Веди себя тихо, Лили. Вечером в воскресенье вас ждет интересное знакомство. Женщина из 5-го округа заманит вас в свои сети. Американец Том надеется начать все с нуля в Париже. Талантливому писателю даже приходится устроиться ночным сторожем. Его жизнь катится под откос, но все меняется, когда на его пути становится женщина, которая полностью завладела мыслями героя. Но Том даже представить себе не мог, на что она способна, чтобы удержать его с собой. Детективную драму смотрим в 20:30 и разбираемся в подробностях.
Его нашли мертвым с туалетным ёршиком во рту. Также есть вот это. 1000 евро завтра или тебе крышка. Записка была найдена в вашем мусорном ведре. На ней ваши отпечатки. На этом все, друзья. Полный обзор программы фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Там много интересного. А еще советую подписаться на ЛРТ в соцсетях. Тогда вы будете в курсе самых актуальных событий округа. Я, Анна Троян, желаю вам отличного настроения. Пока-пока!